Чао, рагаци! Интернет-сообщество Кальчо ВК приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем проекте под названием «Шнобель Тонали». Мое имя Евгений и мой дружочек-пирожочек Витька. Всем привет, друзья мои! Я безумно рад вас всех здесь слышать, видеть. Надеюсь, что вы нас слушаете. И это 21-й выпуск подкаста «Шнобель Тонали». Это один из немногих, если не единственный, подкаст об итальянском футболе, в котором мы обсуждаем все, что связано с макаронниками. Серию А, Еврокубки, международные матчи, которых нам в ближайшие 2 месяца не светит по определенным причинам. Так или иначе, вы здесь, мы тоже здесь, и будем сегодня говорить про итальянский футбол, про последний тур. И, ну, наверное, все-таки немножечко затронем тему того, что нам ужасно грустно от того, что нету Италии на чемпионате мира, который вот-вот стартует. Да, действительно, это большая потеря для мирового футбола. И единственное, что нам остается, это пока что наслаждаться товарищескими играми сборной Италии. Вот недавно они сыграли с албанцами. И в воскресенье предстоит им товарняк с австрийцами. Эти матчи мы с Витькой обсудим после их окончания. И, по сути, это будет последний наш выпуск, что называется, по делу перед большим перерывом на вот этот вот, блядь, ебучий чемпионат мира. А дальше мы не собираемся останавливаться на свободные темы. Также еженедельно будем что-нибудь, да, рассказывать, выходить. Может, еще какие-нибудь проекты задумаем. Мысли, в принципе, есть. Стримчик какой-нибудь организуем. Есть ребята, которые, в принципе, согласились прийти к нам на записи в качестве гостей. Мы будем их задавать им неудобные вопросы. Много очень интересных проектов, по крайней мере, у нас сейчас на бумаге. Правильно? Ну, да, действительно важно сказать о том, что даже вот в отсутствии итальянского футбола, по факту, мы все равно будем что-то да выпускать, какие-то сторонние темы, так или иначе итальянские темы будем поднимать в течение ближайших 2 месяцев, в том числе, потому что мы чувствуем ответственность определенную, что мы должны вам, наши дорогие родные слушатели, какой-то контент давать, потому что альтернатив нет. Кто, кроме нас? Никто, кроме нас. Да, кто, если не мы? Подожди, вот сразу вопрос. Вот смотри, сейчас был последний тур в этом году, 15-й тур. Вот что ты чувствуешь? Вот сейчас 19 ноября, да, и больше в этом году итальянского футбола клубного не будет. Какие ощущения вообще? Да, в принципе, я же тебе говорил, что, во-первых, мы тут с тобой кое-какие проектики разрабатываем, а во-вторых, я посмотрел, и знаешь, и Ювентус, и Милан, и Рома, и все большие команды организуют в этот перерыв, в этот, что называется, чуть ли не межсезонье, какие-то туры, на которые они запланировали товарищеские матчи, и я так предполагаю, что без футбола я не останусь. Конечно же, товарищеские игры, где бы они ни были, с кем бы они ни игрались, это все равно не чета официальным. Но свою порцию футбола, свою порцию удовольствия, скорее всего, я буду получать вот эти вот 1.5 месяца. Ну и опять же, еще и серия Б не останавливается, поэтому будет мне повод заглядывать во второй по значимости дивизион Италии. Может быть, и там еще зацеплю пару матчей. Ну, то есть, я подхожу к вот этому вынужденному перерыву, знаешь, с таким позитивчиком. Где-то что-то у нас будет время и придумать с тобой касательно наших проектов, и посмотреть товарищеские матчи, посмотреть новых игроков, и даже затронуть серию Б. Вдруг там тоже что-то интересненькое. На позитивчике все нормально. Ищешь в любом случае, да, позитив. Да, да, потому это, что это круто. На чемпионате мира, опять же, играет 67 игроков из серии А. Хотя, к сожалению, двое возвращаются. Вот я читаю новости из сборной Аргентины, там чуть Дибалу поперли, Николаса поперли, но об этом мы все поговорим. Дибалу поперли, правда, да? Да, в следующем выпуске, когда мы будем говорить про сборные, тогда мы уже все это и обсудим. Поэтому полный позитив, ничего страшного, да. Все хорошо.
Ну ладно. Ну, окей, да, конечно. Хорошо. Я бы просто про Дебалу прямо сейчас хотел поговорить. Ну давай уже всему свое время. Сейчас у нас еще есть конкретная тема. Это 15-й тур серия, который нужно обсосать. А что касается сборных, сборную Италии, чемпионат мира. Обсасывать — это наша любимая тема. Да, что касается сборных, то это уже в следующем выпуске, через неделю мы там все. И сквадру Адзуру обсудим, и футболистов, которые от нас, от нашей серии А, поехали на чемпионат мира. Сегодня только про 15-й тур. Договорились? Наши мальчишки-то не поехали. А какие-то из наших поехали, получается. Получается, да. Так, хорошо. Итоги прогнозов. Пора. Да, давай. Традиционные темы. Да, начнем с меня. И к 15-му туру я разъебал эту контору. Три мои прогнозика зашли. Причем коэффициенты еще были достаточно приличные. Интер с нулем против Аталанты я ставил. Коэффициент 1.72. Интер побеждает со счетом 3-2. Милан, Фиорентина. Здесь я просто железно ставил на победу Милана. Милан победил 2-1 у фиалок. 1.73 коэффициент. На тоненького. И Наполи-Удинезе я здесь ожидал увидеть зрелищный футбол. Я его не увидел, но в обзоре я посмотрел, что действительно был футбол суперский, огненный, 3-2. Я ставил тотал больше 2.5 в матче за коэффициент 1.55. 3 из 3 впервые в истории наших с тобой подкастов все три мои прогноза сбываются. Да, и вот получается такая история, что 15 туров прошло, и за 15 туров один раз ты дал 3 плюса, и один раз я дал 3 плюса. И вот ты дал прямо на самом финише, я дал значительно до этого. У меня результаты следующие. Я тоже ставил на Интер с нулем. И тоже у меня зашел в плюс, а вот все остальное было значительно хуже, потому что, когда я рассматривал матч Наполи-Удинезе, я думал, что там голевой феерии как раз-таки не будет, потому что Удинезе достаточно такая скучненькая команда, думал, тотал меньше 3.5, не зашло. И Ювентус-Лацио, учитывая слабость обороны обеих команд, я почему-то, блядь, даже в голову мне не пришло, что Ювентус не пропускает уже 5 матчей подряд. Почему бы им и 6-й не пропускать? Я, короче, поставил, что обе забьют, и, естественно, Аллегри опять нассал мне на ебало. Опять минус, и в итоге 1 плюс, 2 минуса. И один из немногих разов, когда ты лучше, чем я поставил, да, получается. Да, разъебал в одну калитку. Ну, вот так. Что ж, есть небольшой прогресс. Это рубрика у нас регулярная, и мы не собираемся останавливаться. В любом случае, достаточно весело потом наблюдать, как видим футбол. Ржать над нами, да. Как мы видим футбол и как он есть на самом деле. В телеграм-канал наш возвращаемся. И за последнюю неделю была только одна новость представлена тобой, но зато какая огненная она касается вообще всей планеты, потому что в центре она внимания... Она касается слухов в первую очередь. Это истоки. У истоков стоит сам Криштиану Роналду. Это личность, которую знает, я думаю, каждый человек во вселенной. Во-первых, хочу, опять же, такое вот прям существенное заявление сделать. Все, кто считает, что Лионель Месси лучше, чем Криштиану Роналду, идут нахуй. Все, точка. Не, я так категоричен не буду, но поддерживаю твою мысль о том, что Криштиану Роналду лучше Месси, и он, и конкретно я, по своему скромному мнению, считаю его лучшим футболистом нашего поколения. Ну, топ-то 21 века, скажем так. И вот этот лучший футболист, которого мы с тобой уже в одном из наших выпусков, да и в личных беседах... Не тараторь, спокойнее. Похоронили в этом сезоне. Он перестал забивать вот уже к 37 годам. И не просто перестал забивать, он даже перестал попадать в стартовый состав Манчестер Юнайтеда.
Да, там какой-то ебучий Тенхаг начал на него бочку гнать. И вот что касается этого Тенхага, я опять же читаю комментарии, общаюсь с людьми, и все такие, блядь, какой мужик, в отличие от остальных тренеров, у него хватило яиц, чтобы посадить Криштиану Роналду, и вот он начал Манчестер. Я открываю, блядь, АПЛ, Манчестер там 5-е или 6-е место нахуй занимает. То же самое, которое без Криша, на самом деле, в том сезоне. Не, в том сезоне Криш забил 18 голов, он играл в основе там 5-е, 6-е место. Сейчас пришел какой-то мужик с яйцами, который знает, как управлять командами, который может поставить Роналду на место, раз через раз выигрывать, и все, блядь, ему овации, хуяции. Есть просто охуенная вероятность, то, что Манчестер еще и от Барселоны вылетит в 1/16 Лиги Европы. Вот тогда я уже буду орать. Он не показывает результат. Я понимаю, что АПЛ это сильная лига. Ок, базара нет. Но вы, блядь, каждый год тратите по 500 миллионов на трансферы и занимаете... Не, по миллиарду. По миллиарду. По 500 миллиардов, нахуй. Нет, не миллиардов, просто по миллиарду. И вы занимаете 5-е место, но вы все стоя аплодируете Тенхагу, который Криша посадил. Вы посмотрите, какой мужик, не побоялся. Так он посадил его и проебывает. Ну, я понимаю, если бы... этот мужик еще при этом купил Антони за 100 миллионов, который вообще хуй да нихуя сделал в целом. Это просто я этого не понимаю, поэтому в этой ситуации я больше на стороне Криштиану Роналду. Было бы другое, понимаешь, если бы Манчестер сейчас был на месте Арсенала, да? И мы бы тогда говорили, вот оно, где собака зарыта, Роналду надо было убрать, и вот, блядь, там. Они, блядь, идут в середине турнирной таблицы, нахуй. Как потратили на Антонини, всяких Антонинь, 500 миллионов. Антонини. Но на всяких, блядь, Каличей потратили 500 миллионов, идут на 5-м месте, и мы все говорим, что Манчестер топовая команда, потому что там тренер с железной рукой. Ай, в пиздове. И, короче, Роналдо сказал то, что должен был сказать, мол, вот этот вот Манчестер идет следом, там, я не знаю, за русским военным кораблем, вот этим вот. Нахуй! Да. И на этом, как говорят эксперты, ну тут на самом деле не нужно быть большим экспертом, чтобы понимать, что скорее всего вероятность прощания, расставания Роналду и МЮ случится этой зимой. И тут уже подключается наша с тобой тема. Стой. Сейчас я тебе тоже сейчас еще подкину, потому что, во-первых, интервью вышло не целиком в один день, оно выходит каждый день по кусочку. И это очень-очень забавно, во-первых, да, что интервью, блядь, казалось бы, это не сериал, это просто интервью, но оно все равно выходит по куску в день, и каждый день новые подробности, и каждый день Криштиану сыт на новые сферы Манчестер Юнайтед. Сначала был тренер и собственники, потом игроки, потом структуру клуба, типа там джакузи не обновляли 20 подожди, лет. Подожди, а что ты меня перебил? Ты думаешь, что выйдет последняя часть интервью, он такой, лол, типа я все пошутил, нахуй, типа никуда я не ухожу, это был розыгрыш или что? Нет, безусловно нет. У меня была какая-то мысль, но ты ее моментально сбил и уже все. Да, поэтому абсолютно очевидно и вероятно, что Криштиану Роналду расстается с Манчестером Юнайтедом этой зимой. Все, я вспомнил. Каждый день прилетают новости о том, как будут судиться с Криштиану Роналду, заставят ли его отрабатывать остаток контракта, либо заставят его уплачивать штраф и так далее и тому подобное. Поэтому на самом деле фактически судьба Криши еще не решена касательно юридических вопросов. Поэтому дальнейшее его пребывание в каком-то клубе, оно тоже не окончательно понятно. Но вот то, что ты хочешь сказать сейчас, как раз-таки, это то, что где окажется Криш дальше, но правильно? Со стороны бизнеса тоже мариновать Криштиану Роналду, да, знаешь, так назло бабушке уши себе отмораживать, где-нибудь его там посадить на скамейку запасных, чтобы он страдал, и платить ему 30 миллионов в год. Но это очень глупо. Поэтому мне кажется, что Манчестер будет искать все варианты, в том числе и Рому. Во-первых, избавиться от человека, который портит... взаимоотношения в раздевалке,
атмосферу. А во-вторых, ну, та же Рома, может, найдет каких-нибудь 8-10 миллионов на такое дельце, чтобы взять на себя часть зарплаты. Почему нет? 100% да, 100% да. То есть, да, вероятность что... того, что Рома полностью выкупит контракт Роналду и будет платить ему 30-ку, ноль. Нету таких денег просто во всем Риме. А то, что они возьмут какую-то часть Криштиану и самого Криштиану выдернут из вот этой сферы неудачников, блять, просто я могу в это поверить, почему нет? 100%. Более того, я даже думаю, что если возникнет такой вопрос, что за 20 там, или 15 миллионов нужно подписать Роналду, то нынешние хозяева римлян, они, наверное, кивнут головой, типа, да, давайте, почему нет? Потому что, ну вот, честное слово, я не думаю, что подписание того же самого Моуринью это было тактическое долгосрочное решение. Сами хозяева, я не помню, к сожалению, фамилий, говорили о том, что это очень имиджевое решение. Ну, то есть, Рома работает на повышение своего имиджа, и они сделали очень многое для повышения имиджа римского клуба, правда же? Ну, конечно, мы с тобой уже говорили, как минимум полный стадион. Это время. Да, и тому виной всего два человека в команде. Это Жозе Моуриньо и Пауло Дибало. Абсолютно верно. И поэтому почему нет? С другой стороны, знаешь, подписать Роналдо на полтора сезона, платить ему часть зарплаты, это равносильно, что купить какого-нибудь игрока за 30 миллионов, за 35. Ну, просто ты его берешь бесплатно и платишь ему большие деньги. Не нам с тобой считать, но я от тебя скажу, что в такой исход я верю, и, как и ты, был бы очень рад подобному, и еще больше рад был бы, если бы Роналдо заиграл в Роме, очевидно. Ну, давай тогда прокинем еще в ход этой темы одну историю о том, что ходят слухи, что у Анчелотти вот-вот да закончится контракт, да? Да. Который в Реал Мадриде сейчас, на секундочку. И Флорентино Перес, человек, которого... которым можно относиться по-разному, так скажем. Короче, есть слух, что Жозе Моуриньо может вернуться в мадридский Реал. Что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, мадридскому Реалу не нужен Жозе Моуриньо, а Жозе Моуриньо не нужен мадридский Реал. Жозе Моуриньо и Реал, ну, они несовместимы уже, они были там, вряд ли что-то из этого хорошего получится. Королевский клуб не будет руководствоваться вот этими вот догмами, как американские владельцы Ромы, что нам им нужно как-то подымать свою команду в рейтинге. Не, да, маркетинг Реалу точно не нужен. Да, да, а что касается... Им нужны победы Мауриньо. А их не может, к сожалению, Мауэр обеспечить на результатах последних турах серии А. Мы точно сможем в этом убедиться, но чуть-чуть попозже. Поэтому вероятность этого ниже. Я даже больше поверю, что Роналдо придет в Рому, чем Мауриньо в Реал Мадрид, скажем так. Очень сильно хочу этого. А куда он еще может перейти, Роналдо? Там что-то Челси, там такой же, ты говорил, дурачок сидит. Да, американец Челси, кстати, на самом деле, который просто разбрасывается деньгами и не сильно сечет вообще в сокере, как он говорит, он, мне кажется, очень даже готов. Да, там же, ты рассказывал, после Абрамовича пришел какой-то фанатик, и вот как раз-таки он и может делать подобные... трансферы. Ок, и по большому счету все, Роналду больше нигде не ждут. Может быть, только в Катаре, там, в Саудовской Аравии или МЛС. Но, насколько мне известно, Роналду не рассматривает такие варианты. Он хочет поиграть еще в Европе. Два варианта. Поэтому... Роналду сказал, что если Португалия выигрывает этот чемпионат мира, то он тут же заканчивает карьеру. Ну, значит, если играть нет, ему то еще до 40 лет, да, еще 3 года играть. Да, хорошо. И плюс, опять же, мы уже с тобой ставили под сомнение квалификацию Роналду 37-летнего. Боюсь, что он Челси может и не потянуть. Он там тоже будет игроком ротации, что ему неинтересно. Вот Рома это
идеальный вариант для него. Я позвоню сегодня, блядь, скажу. Не, на самом деле, если бы мы с тобой могли позвонить Роналду, и мы были бы представителями Ромы, то мы бы это сделали точно, потому что, ну, на самом деле, для Ромы это закрытие проблемной позиции в том числе. Ну, правда же? Только забивных нападающих мало. Урона. Да, о том и речь, именно, что нужен Роме человек, да, это будет профиля Криштиану Роналду. В том числе, в первую очередь, это, конечно, имиджевые успехи, потому что там в 4 раза будет больше подписчиков в Инстаграме и в Твиттере, а это немаловажно в наше время. А, ну и второй момент, это непосредственно футбол, к которому мы с тобой потихонечку, я так понимаю, переходим, да, на футбольное поле. Ну, понемножечку. Давай. Подведем итоги. Мы верим, мы надеемся, мы ждем, что вот это вот... Да, Криштиану Роналду, возвращайся, пожалуйста, в Серию А. Да, нам тебя не хватает. Что касается 15-го тура, тут проходили следующие матчи в хронологическом порядке, как обычно. Начнем с Неаполя, с юга Италии. Наполи, Удинезе, счет 3-2. И... Да, сразу скажу, что я включил этот матч, когда счет был 3-0. И я сразу же переключил, думаю, ну, блять, все понятно, опять Наполи ебет. Хотя, казалось бы, да, Удинезе это та команда, которая должна была навязывать борьбу и так далее и тому подобное. Я просто включил, посмотрел и думаю, ой, блядь, ладно, все понятно. И переключил. А потом увидел, что 3-2, и думаю, ого, неужели была борьба? Ну и что, скажи мне, была борьба? Нет, борьбы не было. Сразу вспоминается матч Наполи против Болоньи, когда счет был тоже 3-2. И там... вот так вот смотришь, 3-2, значит, огненный матч. Но я тогда хейтил Меретта, помнишь, он там пару ошибок голевых допустил, и сказал, что вот именно Алекс и сделал этот поединок каким-то более или менее интересным. На самом деле и в том поединке, и в этом Наполи был на голову выше своего оппонента, вел 3-0, он вполне заслуженно, правильно ты сделал, что переключил, но единственное, что уже в заключительной части матча два гола забили Удинезе, один из которых как раз-таки по причине Кима, вот этого самого Ким Чен Ына, как ты говоришь, в центре обороны. Так я обычно и говорю. Мы частенько его расхваливаем игру, неоднократно мы отмечали, что это супер достойная альтернатива покинувшему Кулибали. Да? Камень. Да, камень, красавчик. Кореец. При счете 3-1 он что-то заигрался на своей половине поля, возле своей штрафной, тоже что-то его задумался, его обокрал оппонент и хорошенько ляпнул в угол, счет стал 3-2, и поэтому мы сейчас с тобой говорим про этот матч, как про какой-то, где там была какая-то интрига, что-то интересное. Нет, мое мнение, что Наполи полностью контролировал ситуацию, и индивидуальные ошибки, в том числе игроков неаполитанцев, стали следствием того, что Неаполь не добился очередной там суперуверенной победы. А в общем и целом, назло всем хейтерам, а их дохуище. Вот я просто из каждой трубы сейчас слышу о том, что Наполи сдуется. Вот. Да ладно, да? Сейчас все ждут просто, в том числе и ты. Нет, не пизди. Что вот это ж Спалетти. Вы знаете Спалетти. Ничего не получится. Я вот болею за Наполи. Я тебе хочу сказать, что футбол был хороший. Ким — это, ну, исключение из правил, вот эта вот ошибка. И я доволен, что она не стала какой-то роковой. Там 3-1, 3-2, 3-0. По большому счету, как ты не выиграешь, и все равно больше 3 очков тебе не дадут. А это, прости, пожалуйста, это была ошибка на уровне Ибаниса, да? Когда он потерял... Плюс-минус, да? Да, примерно такая, по крайней мере, мне так показалось. Только Ибанис же совсем Ибанис, он в своей штрафной площади, а этот где-то рядышком задумался и потерял мяч, поэтому...
видим, что видим. Опять же, давай очередной раз говорить о глубине состава Наполи. Он пизда какой, это просто с ума сойти на самом деле. В одном из выпусков, наверное, вот буквально три матча назад, мы с тобой, когда обсуждали неаполитанскую команду, заметили, что Зелинский давно не отличался. Я еще немножечко ему комплиментов накинул, ты поставил под сомнение мои слова. Ну вот аккурат после этого Зелинский в этом матче забивает один из голов. Да и в прошлых матчах он то гол, то голевую передачу отдаст. То есть... Я сейчас тебя сразу перебью. Ты говорил не то, что Зелинский хорош, ты говорил, что Зелинский один из лучших игроков серии А в принципе. Один из трех лучших игроков. А я тебе говорил о том, что я не вижу в нем такой перспективы огромной. Вот как... А, не, вру, все. Я забылся, ты про Милинковича Савича так говорил. Да, и про Милинковича Савича я говорил в контексте центральных полузащитников, во-первых. А во-вторых, Зелинского я еще упоминал как одном из трех лучших, по мнению SofaScore. Это приложение, которое считает... SofaScore! Ебать же авторитеты! Ну, в любом случае, после уходов вот этих Мертенсов, Кулибалей... Инсиней Фабиано Руиза перед началом сезона я предполагал, что Зелинский возьмет на себя роль лидера. Этого не произошло, но в общем и целом я бы хотел заметить, что он держится на уровне вот этого великолепного Неаполя, и в последних турах это подтверждает, в том числе и забитыми мячами, поэтому нельзя не отметить польского полузащитника. Как ты считаешь? 100%. И еще раз, это разговор о глубине состава. То есть там же всякие Лоботки, Ангиса, там есть парниша Ндомбеле и Деми, к слову, мы о нем так мало вспоминаем, потому что он не проходит в основной состав, а это тоже достаточно... Хотя он основной заменитель, кстати, Лоботки был буквально год назад. Очень-очень хороший состав и глубина состава у Спалетти. Не выстреливает Ангиса или Лоботка, вот может выстрелить и Зелинский. Не выстреливает в одном тайме и точка, как сейчас принято говорить. Потому что, ну, тот же самый Ангиса, он может первый тайм не играть хорошо, а потом раскрыться ого-го. Вот... Ладно, не буду вспоминать уже конкретные матчи, но тем не менее неоднократно было такое, что Ангиса первый тайм играл как обычно, как следует играть там правому условно заднему полузащитнику, но потом он делал большую разницу, это уже неоднократно было подтверждено. Но мы сейчас говорим про глубину состава, и вот средняя линия, она просто блистает. Как и остальные линии, например, Осимен, и опять же забивает гол, и красивейшая статистика у него, с учетом того, что, к сожалению, этот парниша подвержен всякого рода неприятностями со здоровьем, то челюсть сломает себе, то руку подвернет. 11 матчей в этом сезоне в серии А, 9 голов и 2 голевые передачи. Ну и плюс еще успел забить в Лиге Чемпионов. Хуйца. Не, шучу, голешник. Подожди, а он недавно забивал вратарю, который тоже стоит в маске. Это, по-моему, кому он забивал? Да кому он только не забивал. Ну ладно уж тогда. Ну хорошо, и... В маске мне нравится Осимен, он тоже забавный персонаж. Хорошо, что ты вспомнил про маску, потому что раньше, когда Киву первый придумал эту историю, надевал маску, и мы все такие, бля, прикольно, такой, типа, Бэтмен, нихуя себе. Сейчас надевал. Уже... А, что? Не, надевал маску, так смешно, а тут человек снимает маску. Да,
И Осимен, вместо того, чтобы в порыве эмоций с себя срывать футболку и получать желтые карточки, он же при каждом забитом мяче с себя снимает, собственно говоря, вот эту вот защитную экипировку. И молодец. Да, это реально смешно. Это просто... Хитрец получается. Оксюморон какой-то, да? Забивая гол, я буду что-то с себя снимать, и все. А что уже, решайте сами. Да, поэтому сейчас, наверное, судьи соберут очередную комиссию, им же там заняться некуда, и, может быть, даже начнут наказывать футболиста нигерийского нападающего за такие действия. Но это, конечно же, шутки. Молодец, Осимен, я его хочу очередной раз похвалить. Ты как бы... Я бы не сказал, что ты большой хейтер, но тоже были моменты, когда ты ставил под сомнение вот те самые 60 миллионов, которые он якобы... 80. Блять, 100 нахуй. Да там... Ну... Не-не-не, там сумма трансфера 70 и плюс 10, по-моему, были бонусными. Это важно, это действительно важно, потому что... Но в любом случае, там эти неаполитанцы замутили какую-то схему, что-то с коррупцией связано. Была большая статья на эту тему, но я ее не читал. Но свои, блядь, ну 60 он точно стоит. Единственный момент, опять же. Да. Я 100% согласен, что он очень дорогой форвард, который достоин игры в суперклубе, которым Наполи сейчас, слава богу, является. Опять же, единственный момент, что, к сожалению, есть предрасположенность к травмам. Возможно, это временно. А возможно, как и, блядь, Дибала будет. Потому что мы видим, даже по статистике, больше 27 матчей за Наполи в Серии А в сезоне он не играл. Но... По пропорция гол на матч у него просто прекрасная. А сколько в минутах, ты не в курсе случайно? Не в курсе, но думаю, что тоже хорошо. Точно в пятерку лучших попадает в топ-5 чемпионатов Европы. По крайней мере, такую статистику я как-то проматывал в своей новостной ленте. Большой молодец. Виктор Осимхен. Твой тезка, брат-близнец, как ты говоришь. И заканчиваем Элмасом. И снова вопрос о ротации. Элмас подменяет нашего любимого Хвичу. Вот очередной раз читали мы с тобой новости о том, что решили поберечь грузина. Типа, ебать, у нас столько хороших футболистов, мы сейчас будем рисковать Хвичей. И как бы он еще и перед прошлым матчем похрамывал, но мог играть. Я перед этим уже точно должен был выходить, да, против Удинеза, но все равно... Врачи такие, ай, в пизду, у нас есть Элмас, и Элмас опять же забивает гол, и это его красит тоже. Видим, третий гол в серии А забивает полузащитник. Это что-то удивительное, потому что, ну вот ты правильно сказал, что врачи уже сказали, что по сути он и с Эмполи почти был готов. И я уже ждал его на матче с Удинезе, но он там вообще не появился, даже в заявке. И там появился Элмас. Почему? Да мне потому что сказать. У них есть эта возможность. Там... Да, а нахуя? А почему? Вот реально, тут реально не почему, а нахуя? У тебя есть рабочий Хварцхелия, который даже если усугубит свою травму, то еще 2 месяца не нужно играть ему. Зачем? То есть, а фактор, ну, человеческий фактор тебя как бы не ебет. Ты чисто смотришь на футболистов, как на рабочих лошадок, типа, ничего страшного, все равно 1,5 месяца. Может, больно человеку, есть вероятность, что будет, они решили. Нет, но с одной стороны, я, безусловно, смотрю на них как на людей, а с другой стороны, безусловно, я на них смотрю как на рабочих лошадок. Ну, скажем типа... так, знаешь, братан, если бы речь шла о Милане, и там Лиао стоял, знаешь, под таким готов, но процентов на 90, они бы его въебали, даже если бы он на 60 был готов все равно, потому что там некого стать. Да не, братан, если бы Лиао был условно из Тринидада и Тобаго, да, и вот последний матч, и можно его выпустить при сомнительной травме, либо можно не выпустить,
то лучше бы его было, конечно, выпустить. Его бы и выпустили, потому что там нет альтернативы. Здесь есть Силмас у Наполи, вот и вся любовь. Слишком хуёвая альтернатива, согласен. Ну, потому что вот такие моменты в любом случае. Идея основная в том, что Элмаз сыграл настолько хорошо, что в итоге забил. Нет, не забил, но стал лучшим. Да, по некоторым версиям. По некоторым версиям. Да, это чуть ли не лучший футболист на поле в тот день. А кто он по нации, кстати, у нас? Македонец. Тот самый, один из тех самых. Северный македонец? Северо-македонец, да. Ой-ой-ой. А этих ребят мы не любим. Хотя что их не любить? Чего? Ну, а то их не любить. Что они выбили итальянцев из чемпионата мира и ну, так типа. И выбили бы португальцы потом. Что я за это не переживаю, потому что с той игрой, которая показывал сквадра Адзура, на тот момент с Португалией нам ничего не светило, поэтому лучше так, чем так. Глупости. Ну, это тема для отдельного подкаста. Ну, это мое. Глупости, это про меня. Бергамо. Аталанта Интер. И это, пожалуй, центральный. Один из центральных матчей тура. Ну, начнем с того, что... Да нет, не начнем Бергамо, а Бергамо. А почему Бергамо? Ну, вот потому что так его говорят итальянцы. Бергамо. Окей. Ну, ок, пускай будет Бергамо. Начнем с того, что какого хуя ты считаешь, что Аталанта показывает парашливый футбол? Да нормально они играют, нет? Ну, то есть, они играют не так, как играли. Опять же, я вот смотрел этот матч, да бегают и бегают, пацаны атакуют, стараются. Ну, ничего дурного нет, но ты просто таким хейтером являешься в этом сезоне Аталанты, хотя перед началом, у нас с тобой было несколько разминочных стримов перед началом сезона 22-23. Не стримов, подкастов. Подкастов. И конкретно я говорил, что Гасперини сдулся. Я от своих слов не отказываюсь. Аталанту действительно я не рассматриваю как команду, которая будет там бороться за четверку. Но ты уж слишком ее поливаешь, мне кажется, играют. Пацаны нормально, ёпта, нет. Вот даже по статистике в этом матче. По статистике в этом матче... Ой, а тут, кстати, статистика забавная. Я не обратил внимания на то, что в общем и целом у Интера... Давай было... сразу вкинь сначала счет. 2-3, и Интер победил. Ага, а теперь статистику. 3 удара в створ со стороны Интера и 3 гола. Забавно, угу. Да? Но... А со стороны Аталанты сколько ударов было? 7 ударов в створ. Вот и 19 вот. Ударов в сторону ворот. 4 по угловым и 46-54 владения мячом в пользу Интера. Это вот голая статистика. А по картинке да равный матч был, разве нет? Да нет, не ты, равный. Ты чувствовал, что Интер все равно сильнее, да? Да, ну, блядь, мне кажется, только слепой человек этого не видел, потому что Аталанта сыграла в этом матче, ну, от силы 25 минут. И из них это 15 минут в первом тайме и 10 минут в конце второго, когда они уже просто отчаянно нападали и били просто вот наотмашь, просто в сторону ворот, и все. Били. И хорошо, ладно, давай перейдем к персоналиям этого поединка. И вот буквально в прошлом выпуске мы с тобой обсуждали Паламина, аргентинского защитника, то, что он... В каком контексте мы его обсуждали? Ну, то, что он был под следствием за употребление допинга. И вот он вернулся. Я еще спрашивал... На допинге, накачанный, пиздец. Вот, и мы еще тогда подшучивали, может, он сделает разницу и как-то приукрасит игру Аталанты, которая стала уж слишком прагматичной в последние... Хи-хи-ха-ха, пиздец, вся хуйня, да? Да, мы такие смеялись, типа, вот придет Паламина, защитник, и, может быть, принесет какую-то красоту, какое-то разнообразие в скучноватую игру Гасперини, а он действительно выходит и...
просто забивает и в свои, и в чужие, и вместо, вместо скучных каких-нибудь 1-0, 2-1, мы вот с тобой смотрим 2-3, потому что Паламино. Я разобрался, он сначала... Потому что Паламино реально очень сильно хочет забивать голы. Да, да. И казалось бы, после дубля Джеко 2-1... И могли сушить игру, но Паламино сначала забивает свои ворота, а потом и в чужие делает такой своеобразный дубль, и шутки наши превратились в такую суровую реальность, действительно. А теперь убираем шутки, и на самом деле Паламино сыграл хорошо. Он ты знаешь, в защите... я очень удивился тому факту, что он сразу в основу попал. Вот как только его оправдали... Ну, там... Согласен, 100%, да. И ведь нету проблем с защитниками. Не должно было быть проблем с защитниками у Гасперини. Потому вот. Что у него проблемы есть только лишь с полузащитниками. Вот Джим Сити сидел на банке, и молодой итальянец Околи сидел на банке. То бишь, он Паламино вытеснил из основы таких приличных футболистов. И по ходу матча тоже обрати внимание, что был заменен Скальвини и Демираль. То есть, по сути, из трех центрбэков все 90 минут отыграл только Паламино. Это чувак, который был без футбола на протяжении полугода. Ну, будем считать так, да? Ну да, но он наверняка на своих стероидах тренировался, так или иначе. Ну, он был оправдан, поэтому вряд ли там уже что-то он... У меня есть теневой фаворит, Демираль. Для меня это огромное звездище. Ему нужно просто дать еще чуть-чуть времени или другую команду. Это разъебщик. А уж чем он плох в Аталанте, я не понимаю. Ничем, но его заменяют. Да, ну вот я смотрю его статистику, 13 матчей из 15 в серии А он сыграл, и это хороший показатель, это считается... Это на 2 матча меньше, чем он мог бы сыграть. Да, все хорошо, Демираль, я думаю, находится там, где должен находиться, да, и в целом Аталанта... крепкий середнячок, как мы и предлагали, и предполагали. Давай перейдем на другую половину поля и обсудим уже центрбеков. Немножечко даже посплетничаем. Здесь с Бастони, Деврей и Шкринер. Мы обычно обсуждаем вот это Бастони, да, Черби, да, но на самом деле, понятно, мысль Симона Инзаги, он не выпускает по очереди игроков, он сажает их на скамейку, потому что вот мы из тура в тур затрагиваем эту тему. То Бастони сидит на скамейке, играет Деврея Черби, потом он сажает Деврея на скамейку, играет Бастони и Черби, а в этом поединке он посадил Черби на скамейку, да, и играли Бастони и Деврей. Но факт остается фактом. Один только Шкринер неприкосновенный. У него 15 из 15 матчей в основе за Интер и 6 из 6 в Лиге Чемпионов. Также он играет за Словакию. И в абсолютном большинстве этих поединков он отыграл 90 минут. Нахуя? Ну, то есть он же уходит, скорее всего. Это ж, блядь, как-то соломинку подстилать. Или они хотят прям все выжать из Милана. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, то есть, скорее всего, он уйдет в этот ПСЖ или куда-то там. Они просто сделали из него там чуть ли не ключевую фигуру. Да, ключевую фигуру в обороне своей команды. Не-не-не, я с тобой вообще не согласен. То есть, нужно полностью выжать все соки перед тем, как отдать его куда-нибудь в ПСЖ? Да нет, зачем отдавать? Мы с тобой уже неоднократно говорили о том, что он... Не то чтобы горит идея уезжать из Милана, правда же? Не горит, но он, ну, денежки то хочется. Я думаю, ПСЖ ему предложит куда больше там. Интер, с учетом того, что у них появилось бабло, они там, в принципе, скрипя зубами, могут отжать ему 7-8 миллионов, но по-любому же Париж предложит куда больше. Париж может и 12, и 18 предложить им, похуй. Может, у них и в том-то и дело.
У них и денег и много, вот... и правила фэрплей не распространяется на... за пределы Италии, поэтому разница может быть существенная. И нет, я считаю, что здесь вся идея в том, что как раз-таки пытаются показать тренер, что это реально ключевой игрок. Ну, без него, мол, команда не строится, и она по факту... Ну, конечно же, может строиться, но чуть по-другому это все будет выходить, так или иначе. Они не хотят терять его. Они не хотят. И даже если меньше денег предложит Интер, я думаю, что может Шкринер согласиться. То есть вот эта вот ставка исключительно на Шкринера, что он не участвует в ротации, в том числе носит и какой-то да. психологический характер, чтобы Шкринер... Да. да, мы не можем тебе заплатить там лишние 2-3 миллиона в год, но зато да. ты видишь, что здесь ты точно будешь ключевым футболистом, в то время как за рубежом где-то там 50 на 50, как карта ляжет. Поэтому, дорогой ты, дружочек-пирожочек, подумай, да? В принципе, да. твоя теория имеет право на жизнь, естественно, я буду надеяться на то, что Милан останется. Я просто, я почему так рассказываю, ну, так думаю, потому что на меня достаточно сильное впечатление произвело интервью непосредственно Милана, что он говорил, что его действительно Милан – это его новый дом, что ему там действительно комфортно, и поэтому он готов остаться в команде, там, типа, и деньги для него не очень важны. Ну, уж насколько это правда, мы с вами узнаем да. в ближайшие пару месяцев. Да, а если это еще и взаимно, что подкрепляется вот, доверием Милану, то да, может, будем надеяться. Однако, последнее, что я читал про Беппе Моротто, его интервью, что-то он говорил, что такие, знаешь, какие-то закидывал пули, типа, вы же понимаете, футбол, это как бизнес, там может всякое происходить. Ой-ой-ой. Ну, что-то такое плавал, в соломинку подстилал, как надо, мне не понравилось. Он там еще говорил, что у нас и помимо Шкринера есть другие футболисты, почему вы про них не спрашиваете, знаешь, что-то такое, пиздел, и не очень... Звучит помню. Прям плохо, да. Да, ну, как будто бы... Нет. Нет. Ну да ладно, это Беппо мы знаем, мы его расхваливаем. Надеюсь, что будем мы его носить на руках, образно говоря, и после этого зимнего трансферного окна все-таки продлит он контракт. Тот же Брозович продлил контракт с Интером, если помнишь, там буквально, блядь, чуть ли не в июне месяце, за 3 дня до окончания вот этого договора с Интером, угу. насколько мне известно, поэтому надеемся, что Беппе Моротто вот этот жук что-нибудь да придумает. Приходим к нападению, и тут, наверное, камень, очередной камушек в мой огород. Джеко делает дубль. Причем да, забивает. Я сразу скажу, что ты долбоеб. Что Джеко красавец, как я и говорил про него, потому что, ну, Джеко просто делает дубль, берет и делает дубль. Вот рабочий абсолютно. Да, как настоящий центральный нападающий оказывается в том месте, где должен оказываться. Но, блядь, его берут вот крупным планом. Пиздец, он старый, да? Тебе не кажется? Ебалом, типа, да? Да, он же выглядит как Диего Коста в 25, но в свои-то 36. А это нихуя не комплимент для мужчины. Сейчас, у меня Криштиан Роналдо. Отлично. Поэтому... хочется заметить, что в отличие от Криштиану Роналду, о котором Витька упомянул, Джеко в свои-то 36 лет является футболистом, который еще на плаву. Хотя, опять же, давайте сделаем
акцент на то, что Роналдо дохуя себе возомнил и поехал играть в АПЛ, в, пожалуй, самую сложную лигу, самую сильную. И если первый сезон свой отыграл куда не шло, то во втором провалился за Манчестер Юнайтед, мы это уже обсуждали. Джеко себе потихеньку играет, и 15 матчей, 6 голов, 2 голевые передачи вполне себе сносно для 36-летнего нападающего. Однако, опять же, выстреливает Джека от матча к матчу. То он Сассуоло, я смотрю, дубль сделает, то вот Аталанте дубль и Виктории Пелзени 2 гола отгрузил. Если смотреть на голую статистику, то все-таки, как ни крути, в большинстве поединков Джеко играет очень средненько. А Лаутаро Мартинес пас. Отдал голевой пас и, в принципе, мог отдавать еще. Если я не ошибаюсь, именно он простреливал, когда Паламино забивал один из голов в этом матче. Что ты думаешь, Лаутаро, как у него дела вообще? Это на самом деле... В паре с Джеко он больше в подыгрыше, да? Ну, безусловно, больше в подыгрыше. Появилось такое ощущение, что вот все-таки Джеко, он настроен на взятие ворот, а Лаутаро такой бегунок, подносчик снарядов? Нет, не скажу. В любом случае, Лаутаро тоже плюс-минус. Не хуевый такой забиватель, да? Ага. Но Джеко – это тот тип, который делает гол из тех моментов, в которых, ну, многие не забили бы голы. Ну, согласись, залетает мяч куда-то там непонятно в штрафную, просто, казалось бы, залетает, и все равно Джеко берет и замыкает его внезапно. Ну нет, вот, блядь, я могу сказать, что Джеко забивает голы, которые забил бы даже я. Другой вопрос, что Джеко может оторваться, отклеиться от своего защитника, и Джеко на опыте знает, где должен оказаться. Да, в отличие от меня, если меня поставили, я бы просто там, блядь, стоял как еблан и не понимал, что происходит. Ну, а так... забивает, как классический нападающий, там, блядь, просто с линии штрафной площади, но это нужно поставить корпус, оттеснить защитника и, самое главное, знать, предполагать, где же, куда отскочит мяч, то, что Джеко делает очень и очень хорошо, поэтому у него и есть, ну, результат. И что, как ты считаешь, стоит ли выпизживать этого Джека? Надо разбираться. Не, ну на надо, самом... слать тебя нахуй. Нет, да ты что, блядь. Джеко на уровне, реально, вот на уровне... господи, имя забыл. Миланский нападающий. Жиру, конечно же, да. Плюс-минус. Ну вот, да, ну, это мирового уровня форвард. Тут не поспоришь. Не поспоришь? Что он мирового уровня форвард был когда-то, когда играл за Ман-Сити. Соси песос, заебал. Хорошо, в любом случае, периодически эти ребята выстреливают. Что Жиру, что Джека, поэтому о них нужно говорить, что мы, в принципе, и сделали сейчас. Ну, постой, все равно, ты считаешь, что вот то, что делает Джеко, это, ну, случайность из большего, да? Да я же тебе говорю, что если мы так посмотрим, то он это делает раз в 3 матча, раз в 4 матча, так как-то выстреливает. Да, и в том матче тоже это он у него выстрелил. Ну, а до этого, это отдельный разговор, мы его подымем, когда будем подводить итоги. Не факт. Когда будем подводить итоги первой части. Сейчас же мы с тобой обсуждаем непосредственно 21-й тур, а в этом туре Джеко себя... показал очень и очень даже сильно. Вот в паре с Лаутаро, может быть, даже у них какая-то химия наклевывается. И следующий момент, вот ты смотрел этот матч, кто лучше сыграл, Барелла или Калханоглу? Ну, так по ощущениям.
Ну, Барелла. Потому что Барелла более крутой пиздатый пацан. На самом деле, это разговор... Не, ну потому что... Не-не-не, я объясню. Потому что Барелла чуть более техничный просто. Чолхалнагнол, он такой, знаешь... Ну, типа, одутловатый, квадратный тип какой-то, что ли? Да, и я просто этот вопрос поднял к тому, что по мнению SofaScore, по мнению вот этих вот... Что это, блядь, такое SofaScore? SofaScore, WhoScored, ну, это статистические порталы, которые ставят оценку непосредственно от статистики футболиста, от его действий. И SofaScore, сейчас... да? Есть такое? Блять, подготовься в следующий раз к выпуску. Хорошо, SofaScore, буду знать. Ок, и... Считается, что Барелла был худшим на поле, а Колхонаглу лучший игрок матча. Я перешел, естественно, узнать, что да как. По мнению этих ребят, которые высчитывают у Колхонаглу, там было там штук 6-7 отборов перехватов, вот, прерванных атак, в то время как у Бареллы 0. То есть вот все эти моменты, которые... Мы с тобой уже поднимали вопрос, что очень сложно стороннему любителю, который не профессионал, какими мы являемся с тобой, обсуждать, оценивать работу именно центральных полузащитников. Потому что они, как правило, не делают там каких-то пиздатых подкатов, не делают сейвов, не делают отборов, не забивают голы и так далее. Они просто делают какие-то действия, которые для стороннего наблюдателя считаются... Черновую работу. Да, для стороннего наблюдателя в глаза не попадаются. А вот эти вот статистические порталы все высчитывают. И я тоже смотрел матч, и как-то мне, блядь, что Чолхонаглу, что Барелла, вроде все нормально играли, но по статистике Барелла худший игрок матча, Чолхонаглу лучший. И оказывается, Колхонаглу делал и отборы, и перехваты, и какие-то... передачи из глубины. Турок делал, а Барелла как раз-таки просто находился на поле. Вот такая вот забавная история. Может быть, однажды мы с тобой и поднимемся до того уровня, что сможем оценивать не только игру Джеку, который там, знаешь, голы забивает, и Паламино, который тоже отличается. Туда-сюда. Да, угу. Попадает на табло и на заголовки газет. Но и разберемся, как же все-таки оценивать игру центральных полузащитников. И не первый раз мы уже с тобой говорим, что Чолхонаглу нашел себя в этой команде. И даже вот в отсутствии Брозовича, который, если я не ошибаюсь, уже выздоровел, да? Он поехал за сборную Хорватии играть? Вроде поехал. Что, Брозович? Да. Да, конечно, поехал. Ну, то бишь, травма его подзакончилась. Да, блядь, да, там да, даже блядь. Мане поехал. Да, со сломанной блядь, ногой. Все, нормально, хуйню несем мы. Брозович же вышел в этом матче как раз-таки на 79-й минуте. То есть, все, констатируем факт. Чолхонаглу смог... Констатируем. Колхонаглу вместе... с Мхитаряном, и там еще Аслани выходил на заменку. В общем и целом подменили Брозовича. Да? Суммарно 26 лет примерно ребятам. Да, да. Интер побеждает, как ты считаешь, на классе и абсолютно заслуженно. Да, потому что Аталанта до сих пор, ребята, внимательно сосет песосы. Да, ну я так не скажу, но по-прежнему остаюсь при своем первоначальном мнении, что эта команда точно не будет претендовать на место в Лиге Чемпионов. Она сейчас там и не находится. И не будет. Давай в столицу Италии. Ой-ой-ой, давай. Там приколы были. Рома Торино. Ну, что ж, ты так отреагировал на мою вывеску, которую я озвучил. Что ты там за приколы насмотрел себе? Ну, для меня приколы в этом матче были только в конце. А, в конце. Что... Ну, давай начнем с того, что проблемы продолжаются. Вот, у кого? У Ромы с нападающими.
потому что мы с тобой, как и все остальные, анонсировали этот сезон, что у Ромы будет какой-то невероятнейший трезубец, там, блядь, и Дзаньола, и Дибала, и Абрахам. В итоге, ок, как мы анонсировали, Дибала многовато ломается, но при этом в те матчи, которые он играет, заебись. Но Дзаньола и Абрахам, ну чё за дела? Есть? Ну как так-то? Не-не-не-не, ну подожди, от Дзаньола что, реально ждали дохуя голов? А что нет? Ну он играет в атаке, он хороший футболист, а чего ты от него ждал? Вот от него нужно ждать максимум 10 голов за сезон. Ну, сейчас у него 11 матчей и 1 гол. Как ты думаешь, ну, блядь? Вот, нормально. Ну, то есть, в сумме он сыграет 33 матча и забьет 3. Нет, в любом случае, я ждал от Заньола. Да, да, да. Атака Ромы – это большая проблема. Там не хватает как раз-таки наконечника. А плюс, опять же, когда они подписали еще плюс Белотти, ну, как, знаешь, альтернативу. Ну, блядь, ну, у них еще есть там где-то рядышком Эль-Шарави с Шамуродовым. Я предполагал, что-что, а с нападающими у римлян точно проблем не будет. Но это же ебаный стыд. Ну, Дзаньола 11 матчей, 1 гол. Абрахам 15 матчей, 3 гола. Статистику Белотти смотрим. Ну, так, просто голые цифры. 12 матчей, 0 голов. Это вот ужасно больно. Потому что на самом деле большие надежды у меня были непосредственно на Белотти. Он очень классный форвард, но у него ничего не получается в этой Роме непосредственно, потому что он у него максимальное количество, как это называется, XG. Да, да. Причем проебанных XG. То есть, expected goals. Ужасно. Да, и у Абрахама тоже не намного лучше. Не-не-не, у Абрахама хотя бы меньше ожидаемых от него голов. А вот моменты, которые проебал по факту... Ну, Белотти. Белотти, да, конечно. Это самое удручающее. Ну, на самом деле, я слышал, что Абрахам... По мнению вот этих вот XG, должен был забивать 9 голов в этом сезоне, а забил 3. Но мы с тобой, возможно, разные источники встречали. Ну, в любом случае, есть статистика, блядь, есть софа-скоры, есть XG, есть, блядь, какие там еще какие-то скоры, ху-скоры. А есть просто визуальные наблюдения, с которыми мы с тобой сталкиваемся каждую неделю. И факт, и, блядь, просто любой человек скажет, что с нападающими проблемы. И тем более, особенно как мне, какие у меня были ожидания от этого сезона, от этих нападающих, от этих трансферов, так больнее во много раз. Как ты и сказал, первый тайм, да и вообще до 70-й минуты, в принципе, футбол был такой вяленький, вот Карл Линетти забил гол, и потом вместе с Дибалой началось что-то интересненькое, да? Хоть что-то появилось. Да не хоть что-то, самый движ появился. К слову, заметим, что особенный выпустил в тройку нападающих не кого-нибудь, а Вальпата, о котором мы с тобой тоже говорили, что это какая-то такая подрастающая звезда, которая имеет право отказывать австралийцам. Мы не так говорили. Мы говорили, что это хуйсосущий тип, абсолютно ноунейм, который хотел бы играть за Италию. Да, и доверил ему Жозе место в основном составе, и он ничем себя не показал, и в перерыве был заменен на Эль-Шарави, который тоже себя ничем не показал. Забивает Карл Линетти с передачи Сингу на 55-й минуте, а на 70-й выходит Дибала. После травмы появление его было, во-первых, была хорошая новость, то, что он перестал быть в лазарете. Но, во-вторых, он кардинально изменил игру. Рома забегала. Рома забегала и... Во-первых, ну, реакция стадиона. Ну, конечно же. Ну, это просто, блядь, это фейерверк. Это просто с ума сойти. Потому что возвращение Дибалы после скольких там, 5 матчей, да?
Достаточно было матчей. Он ну, вот, раз, два, три, определенного... четыре, пять, шесть, семь, восемь матчей он был на травме. Восемь матчей. С ума сойти. Восемь матчей Дибала пропустил, и его возвращение было просто как сумасшествие очередное воспринято на стадионе. Стадио Олимпика, да, безусловно. И, что самое приятное, Дибала начинает делать действительную разницу, потому что Рома без Дибалы и Рома с Дибалой – это две большие разные Ромы. Да, согласен с тобой, и иллюстрировались твои слова как раз-таки в поединке Рома-Торино. Рома забегал, а Дибала начал финты, начал бить поворотом. Это подняло огонек не только на стадионе, не только непосредственно на поле, но и вот где-то между этими субъектами, между этими объектами. Мауриньо на 89-й минуте получает красную карточку. Да какого хуя? Но при этом забавно, что в интервью особенно извинился перед арбитром, перед вот этим Рапуано неким. И не, сказал... Он вроде извинялся перед резервным. Он типа нахамил только резервному, говорит. А основному я не хамил. Да, но в любом случае он сказал, что это я погорячился на эмоциях. Такое бывает очень редко. И сказал то, что не должен был говорить, и получил справедливую красную карточку. Вот так вот. Ну, типа того. Но наша основная идея в том, ну, по крайней мере, не наша, может быть, а моя, то, что я еще до этого матча говорил, и сейчас продолжаю говорить, что Рома без Дибалы и с Дибалой – это две большие разные команды. Да. Потому что атакующий потенциал – это, блядь, это просто пиздец. Вот когда появляется Дибала, там сразу и вариативность, и скорость, и удары, и какой-то дриблинг получается с фланга в центр. Ну, бух. Да, да, еще я тоже повторюсь, что я ожидал, что вот это убийственный трезубец должен был быть, Абрахам, Заньола и Дибала, и они все будут играть на одном уровне, их все, они все будут страшны и ужасны, но нет, ужасен только Дибала, и за вот эти 25 минут Рома сделала больше, чем за предыдущие 70 без Дибалы, и закончилось это тем, что уже в дополнительное время на Дибале фолят и получает Рома охуенную возможность для того, чтобы перевернуть игру уже в дополнительное время. Сравнять. Да. Пенальти и подходит Белотти. Это была драма, потому что Белотти 0 голов, 0 голевых передач в серии А за Рому. А тут можно как-то подправить свою статистику и именно в ворота своей бывшей команды. Ну, в Торино, да? Это могла драма случиться? До тех пор, пока ты об этом не сказал, я даже реально не думал об этом. Но сейчас сильно думаю. Да, да, мог прервать вот эту сухую серию как раз-таки голом в ворота Милинковича Савича, тот, который Ваня. Однако не фартануло. Штанга. Гол хуй штанга, как говорят легенды. Нет, ты недостаточно эмоционально, мне кажется, рассказываешь, потому что это была 94-я, по-моему, минута. Ну, 92-я, согласно протоколу. 92-я минута. 1-0 ведет Торино. И вот тут ставят пенальти. У тебя есть единственный вариант перед концом чемпионата на двухмесячную паузу поставить свою команду намного выше, чем она есть на самом деле сейчас. И вот он, ты стоишь перед вратарем, и ты должен забить. И Белотти не забивает. Вот это настолько... Это поражение. Это поражение для Белотти. Я считаю, что реально вот после этого момента Белотти должен из Ромы уходить. Потому что после такого не восстанавливаются. Да, но на самом деле это был не конец матча, еще пару минуток накинул. Осталось, как повезло Белотти нам. Да, и тут снова выходит Дибала. Давай, почему Дибала не бил пенальти? Зассал? Да, стоит напомнить, что у него неудачно была подготовка с левой ноги, он не мог ударить.
Как говорят некоторые, что может даже психологически как-то был не готов, потому что вот на эту самую травму, которая длилась около полутора месяцев, да, больше месяца восстанавливался аргентинец, он вышел именно после пробития пенальти. Поэтому на этот раз он отдал Белотти. Белотти не забил. Но матч продолжился. Дибало снова взял игру в свои руки. Отличнейшим ударом метров с 20, может даже больше, он потряс перекладину. Снова не повезло аргентинцу, однако на добивании сыграл Матич. Поэтому куда ни шло, а Рома все-таки сыграла 1-1. И такой счет, в принципе, был бы справедлив. Потому что если бы Торино выиграла, это было бы не по чесноку. Нет, это было бы чуть-чуть по чесноку, потому что если уж совсем подводить итог, то Торино-Рома 1-25-1. Примерно вот так вот это было. Хорошо. Карло Линетти, автора гола, отметим. Считается, что он лучший игрок матча. Если я не ошибаюсь, он едет на чемпионат мира. И, в принципе, с большего хороший футболист, скажем Подожди, так. Подожди, а Карло Линетти, он не итальянец, да? Так, переезжаем в северную столицу Италии, как принято считать в определенных кругах, в Милан. Милан-Фиорентина 2-1. По персоналиям, по составу, по традиции. Когда мы говорим, что у Милана там есть какие-то проблемы, мы в последнее время с тобой перестали вспоминать Татарошану. Заметил? Нет? Что ты думаешь? Нет. Все еще ждешь Миньяна, да? Конечно. Но по большому счету, вот этот самый Татарошану уже на протяжении, наверное, 2 месяцев, с начала октября вот и по сей момент, является основным голкипером, к сожалению, у Милана, 36-летний румын. И как-то мы его похитили первое время, а потом что-то перестали, или нет? Я бы даже не сказал, что мы его хейтили когда-то. Да, хейтили мы его, как минимум, когда он на Темполе пропустил со штрафного, там в него мяч летел. И еще были эпизоды. Ну, ок, да. Но я что-то, допустим, за собой стал замечать, что что-то как бы и нормально, Татарушана, так Татарушана. Хотя в начале октября, когда только травмировался Миньян, меня прям в дрожь бросало, когда я видел. Не-не-не, Татарушана — это достаточно неплохой вариант сменщика для Миньяна и для Милана в первую очередь. Ага. Ну, потому что, ну, это неплохой воротчик в целом, потому что он показал, что у него есть и реакция, и скорость, и рост, и размах рук, и так далее. Ну вот, поэтому на самом деле, вот кому-кому, а к Милану последних 8 матчей у Татарушана меньше всего вопросов. Да, и хорошо, я тоже за собой обратил вот этот момент, что как-то перестал переживать за позицию Милана. Очевидно, что Миньяна мы все ждем. Ну и Татарушану, как альтернатива основному голкиперу Росанери, тоже, в принципе, пойдет. И вот свои 4 сейва он сделал, голишник пропустил. Опять же, слышал я мнение, что он виноват в этом голе, хотя там что-то мяч заметался в штрафной площади, и все нормально, я бы точно не стал винить румына. Чао в основе, это мы продолжаем с тобой по составу. Стоять. Милан, Фиорентина. Какой счет? Так 2-1 же. Угу. Я сказал. Да, я не помню. Ну окей. Это все, что тебя интересовало? Да, только счет. Я же, блядь, только за счетами здесь. За счетами. Да, но я тогда буду дважды проговаривать, дабы соблюдать наши новые с тобой стандарты. Хорошо. Если я пьяный, тогда говори дважды. Хорошо. Чао в основе. Что-то долго-долго его как-то подводил к этому моменту Стефано Пиоли. И Чао, да? Чао, тяо, как тебе удобней. И только 4-й матч его суммарно в Милане. Мне кажется, зря так не доверяет новичкам Пиоли. Хороший, в принципе, бэк
Нет, разве? Я хотел бы с тобой не согласиться, но вынужден признать, потому что Тиау действительно хорош. И вот смотри, еще момент, что Симон Кьяер, у которого была очень хорошая пресса в последние годы, ну, играл в Милане. Так он же на желтый был. Так вот он на замене остался, Симон Кьяер. И забавно еще, что есть Калулу, центральный защитник, но решил Пиоли сместить его направо, оставил на скамейке запасных Деста, и это все в пользу немецкого вот этого вот молодого бека Малика Тяо. То есть вот такие вот авансы выдает главный тренер Милана Малику. Нормально, в принципе, обоснованно, хороший футболист, может себя показать. Насколько он хороший футболист, это, конечно, еще вопрос времени. Угу. Но, безусловно, он выдает неплохие... опять же, будет штампом сказать, что неплохие авансы и так далее. Но он уже для Милана сделал многое. Да, и пролетимся кратенько по его карьере и видим, что лучшие свои годы он провел в Шальке, был основным голкипером, но... в Бундеслиге под номером 2. Да, в прошлом сезоне он играл во второй по значимости во втором дивизионе по значимости Германии. Шальке разъебал ту лигу, и Чао там был основным защитником. Вот потихонечку-потихонечку подбирается он и к серии А. В принципе, пожелаем ему удачи. 21 год и достаточно надежная игра в обороне. Отмечаем этот момент по-любому. Без этого никак. Я, наверное, буду за него даже немножечко побаливать. После перерыва, возможно, вытеснит он окончательно из основы стареющего Кьяера. Скажем так, не молодеющего, Симону 33 года. Хотя, блять, в наше время 33 это еще... Ты что-то против Кьяера имеешь? Щегол. Нет, я здесь по большому счету расхваливаю Чао. А что против Кьяера у тебя, я не понимаю просто. Ну, его, как минимум, его травматичность тоже, блять, знаешь, такой большой любитель посидеть на травме. Ты... Окей, хорошо. Ну, вот видишь... Просто я не понимаю. Просто Кьяера любит весь мир. Хорошо. Брайан Диас. Ближе к нападению уже переходим. Окей. Брайан Диас, значит. Да, Брайан Диас, ну, я просто по персоналиям перехожу, мы же не будем с тобой обсуждать опорную полузащиту Тонали Бенасер, там где и так все понятно, потому что ну, они и должны там играть, ёпта. Брайан Диас перемещен на правый фланг в замен отсутствующим Мессиасом и Салемайкерсом. И вот это там мы с тобой, как и весь вся планета, неоднократно обсуждали, что у Милана есть проблемы с правым флангом в атаке. И, казалось бы, ничего не может быть дурного, что там хоть кого поставь, нихуя не изменится. И по мнению статистических этих порталов, опять же, Брайан Диас считается, что провалил этот матч. Да? Да. И он, в принципе, и был заменен. То есть, так считают статистические порталы, так считают журналисты, и так посчитал в общем и целом Стефано Пиоли, когда заменил Брайана Диаса на 55-й минуте. Брайан Диас... Что ты про него скажешь и про его место на правом фланге? Все-таки принято считать, что он больше плеймейкер, но вынужден смещаться направо. Мы иногда, знаешь, хвалили его, а вот сейчас, наверное, поводов и нет конкретно в этом матче. Ну, нету поводов только потому, что он не сделал так же, как сделал в матче с Ювентусом, например. Ага. Ну, реально, его хуесосить смысла 100% нет. Брайим очень большой молодец. И, скорее всего, он в этом межсезонье покинет Милан, потому что его величайший Реал Мадрид, к сожалению, себе заберет. Да, вряд ли. Он не вытягивает он до уровня Реала, скорее всего. Да уж что-то.
Ну что, там некому играть в полузащите? Ну, там... ну нет, некому. А кто там сейчас в полузащите? Ну, так я ебу, там же всякие Модричи, Казимир... А, Казимира уже нет, не знаю. Но я думаю, ага, что... а Модричу сколько лет? А Кроссу? А, о, Кроссу, появился. Пообщаемся на эту тему. А, но я думаю, что если Милан... Так или иначе, нет-нет-нет, Брэйм Диас — это топовейший игрок, на самом деле, который... ну, мы видели, какие кроссы он может делать, да. И забивать голы после этого. Из глубины. Поэтому... Я веду этот разговор к тому, что вот есть сомнительные Салимакерс и Мессиас, есть якобы альтернатива, это Брэйм Диас, которого чуть что можно поставить на фланг, а я считаю, что ебать, надо купить нормального футболиста на правый фланг, а не заниматься хуйней. Вот к чему я веду ну, этот кого? Разговор. Берарди нахуй. Все? Сел? Хули там 20 миллионов стоит? Про классический... Это вообще не то. Классический правый полузащитник, атакующий. Просто классика. Поэтому... Ну ладно. Хорошо, значит, хорошо. Дальше пойдем по новичкам. Мы уже с тобой обсудили, что Тшао медленно-медленно, но верно переходит ближе к основе. Даже его не на замену выпустила, прямо вот в старте. И есть еще один новичок, который также медленно, очень медленно втягивается в состав. Для него это тоже был четвертый поединок в Ранкс. Мало мы, очень мы мало про него говорили. Ну, Вранкс вышел на замену, да? Да, 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 да. Поэтому... А кого заменил? Ну, давай посмотрим. Протокол матча или протокол Крунича. Рады Крунича он подменил ближе к концовке встречи. И как раз-таки он... И... Если не сделал разницу, но решающий гол был забит уже в дополнительное время. Никола Миленкович, игрок сборной Сербии, на секундочку, который не поедет на чемпионат мира, забил мяч в свои ворота, и вот эту самую передачу на него сделал Вранкс. Мало мы говорили, даже почти никогда, про Астера, 20-летний бельгийский полузащитник, который перешел в Милан из Вольфсбурга. Ну, понимаешь, к чему я веду? Нет, не понимаю. Продолжаю тему о том, что плохо доверяет, мало доверяет именно новичкам. Просто, блядь, 20-летний парень из чемпионата Германии, из основного состава Вольфсбурга, перешел в Милан. И, в принципе, это должно было быть событием. А на самом деле, всего лишь там в сумме, я не знаю сколько, блядь, 40 минут он сыграл за первую часть сезона. Ну, а по игре, что ты думаешь? Так Милан что... достоин был победы? Милан, победы... Да, хрен его знает. Знаешь, это тоже же не первый матч за такой небольшой промежуток времени, когда Милан вырывает на последних секундах, да? Давай, блядь, я не буду загибать пальцы, перечислять. С Эмполи они выиграли на последних секундах, там с Вероной они выиграли. Здесь с Ференциной они выиграли на последних секундах. Еще, походу, был какой-то матчик, да? То есть, и сложный вопрос. Но, скорее всего, ничейка была бы более справедливым результатом, нет? Мне кажется, что... А, этом... Специю мы же недавно обсуждали, да, с тобой. Угу. Там тоже Жиру вот этот вот сумасшедший гол забил, когда срывал с себя футболку. Да, буквально в прошлом выпуске мы с тобой говорили об этом. Тоже было на последней минуте. Тоже, знаешь, так интересно. И вот эти вот все победы, когда Милан там что-то мутит, и кажется, все скатывается в ничейную гавань, а потом забивает. И каждый раз мы спрашиваем, блядь, а это было правильно или неправильно? Скорее всего, как ты скажешь, так и будет. Сложный вопрос. Но, опять же, были и поединки, как с Кремонезе, когда Милан прессинговал весь матч, но не забил. В общем и целом. Милан находится там, где должен находиться. В зоне Лиги Чемпионов. По этому матчу, блядь, да нет, скорее всего, Ференцина играла нормально. Наверное.
ближе к ничейному, я думаю. И Кане. Мы хуесосили, да? Или нет? Раз-раз. Раз-раз, да. И Кане мы хуесосили неоднократно. Ну и что, он был настолько плох? Нет. Нет. Наоборот. В общем и целом, Икане большой молодец, оказывается. Я просто недавно слышал про него лестные отзывы, то, что он даже может и делать разницу и по игре, да. Технарь такой, давай еще раз вернемся к этой персоне. Из Лиля перешел. Икане, да. И он перешел в Фиорентину как раз-таки из Лиля, из чемпионского Лиля, да? Тот самый чемпионский Лиль, ага. Там, где Леао был, там, где Миньян очень был. Очень вот, дорогой Лиль, да. Очень дорогой Лиль, Икане, и как-то... Почему я поднимаю разговор о нем? Потому что в некоторых выпусках такой, типа, блядь, вот кто-кто днарь у Фиорентины, так это Икане. А да. Нет... А, нет, есть... Пидро-ответ. Нет, 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 Икане дно. Он был и есть дно, на самом деле. Техника у парня отличнейшая, движение... Хуйня. Ну, ладно. Не, я не согласен. Я хотел немножечко забрать свои слова назад, и я это сделаю, потому что, ну, в любом случае, футболист по уровню Фиорентины, по уровню середняковой команды, это чемпионат Италии, очень и очень достойный. Может быть, где-то ему не везет, где-то у него не получается, но вроде бы и Кане, и в матче с Миланом, вот у него как минимум есть голевая передача, и в общем и целом, если так, весь сезон посмотреть, всю ту часть сезона, а и Кане по-любому игрок выше среднего для нет. Фиорентины. Ну, нет, так нет. И давай... отметим, что Калулу считается лучшим футболистом этого матча. Калулу, тот самый Калулу, который вытеснил Деста, даже будучи профильно центральным защитником. А Дест, который правый, не может выдерживать конкуренцию. С другой стороны, он как раз-таки вот Дест заменил Чао, стал направо, а Калулу сместился в центре. Отличный парень, этот француз, который может, видишь, сыграть и справа, прикрыть позицию, и в центре, если надо. Ага, Милан Фиорентина 2-1. Дальше, наконец-то, уже самый-самый, что ни на есть, центральный матч тура. Ювентус Лацио 3-0. 3-0 победа Ювентуса над римлянами. И 3-5-2 от Аллегри. Никуда мы не убежим от этого. Хотя показалось нам в одном из выпусков, что мы уже поняли. Но нет, не поняли. Аллегри продолжает. Ну нет, подожди. Давай сразу же просто вброс резкий. Это Аллегри против Сари, да? Или что-то в этом роде. Все вкидывают какие-то... как это назвать-то по-русски? Неймингс. Как это по-русски? Неважно. В итоге это две большие команды, которые сталкиваются с друг другом. И... Чё ты... Там просто был не. Вброс, что Сари играл против своей бывшей команды. Все, я накосячил, пиздец. Просто был вброс, что Сари пытался стать большим итальянским тренером, пришел в Ювентус, он там стал чемпионом, его выгнали с ссаными тряпками, и он должен был, типа, сейчас доказать всем и вся. Ну вот, журналисты хотели раскрутить это, может, ты имел в виду вот эти баечки, но... Ничего не имел в виду. Просто да, Аллегри против Лацио, но тут уж вряд ли ты что-то, блядь, будешь мешать из этой истории. А вот действительно, Сари, может быть, где-то подсознательно хотел доказать Аньели и всем болельщикам Ювентуса, что он, блядь, красавчик, и его ни в коем случае не нужно было выгонять с позором с Турина. Но не получилось, а, блядь, 3-0, еще раз тебе повторяю, Ювентус выиграл, и Аллегри
играет 3-5-2 с двумя нападающими, о которых мы говорим. Это лучшая схема, которую он мог бы сделать. Будем подводить итоги. Будем подводить итоги и, может быть, даже соберем, на наш взгляд, правильность. Но тут нужно тоже выносить за скобки количество травмированных, которых стало поменьше, но, тем не менее, есть потенциал у Ювентуса. Значит, три защитника. Это Гати, Бремер, Данила. По флангам, в принципе, привычная ситуация. Костич слева, Куадрадо справа, Фаджоли, Локотелли и Рабьо в центре. Все прозаично. Ювентус, блядь, на ноль играет. Он же не просто, вот все сейчас начинают там, блядь, кайфовать от Ювентуса, потому что 6 побед, это не просто 6 побед, это 6 сухих побед, о чем ты, в принципе, в начале нашего выпуска и говорил. Это что, блядь, совпадение? Или действительно вот эти вот 3 бэка, в которых чаще всего играет Аньели, да плюс всякие щенсные, удачное сочетание? Такое, что? Это нихуя не совпадение. Ты думаешь, что что? Вот что-что? Что-что? А оборону Аллегри уже, можно сказать, что наиграл. Нет, да? 6 матчей на 0. Да. Дядя, и ты посмотри еще и в общем таблицу. За 15 матчей 7 пропущенных мячей. Это ничтожно мало. Ага. Да. За оборону можно уже Ювентусу не переживать. Вы, наши дорогие слушатели, поверьте, что мы сейчас качаем башкой. Да, да я... Нет, на самом деле, нынешний Ювентус, вот, Ювентус, которого, который мы видели перед непосредственно паузой на сборные, это та самая команда, которую хотели... Нет, вру. Это не та самая команда, но очень сильно похожа на нее. Потому что уровень обороны, он восхищает. Уровень полузащиты... Женя. Да, я тебя слушаю, пытаюсь уловить твою Богу. Мысль. Это не так просто уже сделать. Хорошо. Значит, стой. Я тебе сейчас, я просто попытаюсь тебе объяснить. Я думаю, что я просто в воздух вещаю. Смотри, защита очень сильна, правда же? Ну да. Ну наверное, правда, да? Нет. Да не хуйня там защита. Я веду к тому, что это... Почему никто из 6 матчей не забил? Потому что судья, блядь, не дает пенальти нихуя в матче с Вероной. Что, блядь, из-за пенальти... Что, блядь, окей. Банучи вырывает ноги там прямыми, этот, блядь, руками отбивает мяч. Так или иначе, голов ноль. Голов ноль. В середине поля тоже вырывается достаточно неплохо, да? Ну вот мы сейчас с тобой обсудим, что Рабьё заиграл, в том числе и в этом матче. Рабьё — это вообще отдушина. Какая-то странная отдушина на самом деле. Это связано с чемпионатом мира, да? Что он взялся за голову? Или он хочет выбить себе контракт пожирнее? Он хочет, чтобы его кто-то купил? Или он... Или просто такое совпадение, что ни с того ни с сего начал играть Адриен? Это очень хороший вопрос, почему он начал играть внезапно. Но я как фанат Ювентуса никогда за Адриеном не замечал ничего особо хорошего. Тут он действительно делает отличные передачи, и для меня это прям... Да, сам главный факт, что желание у Адриена появилось, а вместе с желанием появилась и его игра, и вот эта вот победа 3-0, в том числе и его заслуга, та передача из глубины, которую он сделал на Кена, она действительно заставляет уважать, заставляет восхищаться, в том числе и французам. Кен, в свою очередь, делает дубль. Опять же, один из тех футболистов, которого мы нещадно поносили, будем говорить откровенно, делает разницу. Отметим тот факт, что Кен лучше футболист ноября по версии не каких-нибудь там, блядь, софаскоров, а именно Федерации футбола Италии. Кен дубль. И отметим еще тот факт, что Аллегри лучший тренер месяца.
Да, и в принципе победа тут 3-0, абсолютно заслуженно. Ювентус играл лучше, Лацио играл хуже, правильно? Да, то, и... что... да. Да, и я думаю, что тут особо мы разговаривать не будем. Давай пробежимся по остальным матчам. И как бы уже пора и честь знать. Сидели с тобой, заболтались. Пробежимся по остальным матчам и подведем итог этого тура. А уже как-нибудь потом и даже всей части. Первой части чемпионата. А в остальных матчах мы что отметим? Очередное поражение Сампы из тура в тур. Из выпуска в выпуск, из сюжета из недели в неделю мы одно и то же говорим, что я, блядь, лично жду, когда уже эта Сампдория, сука, заиграет, потому что, ну, почему нет? А, она все проигрывает и проигрывает, и отмечаем, что она проиграла, блядь, даже Лечче на своем поле. И мы сейчас поднимаем статистику, смотрим, что вряд ли чем-то лучше была генуэзская команда, и все это ведет к тому, что, возможно, даже будет отставка Станковича. А, мы помним, что они уже Джампалу увольняли. А тут еще и Станковича. Две отставки, да, за 15 туров. Давненько такого не было. Ты как-то, может, тебя полюбился Станкович за эти несколько матчей, которые он был у руля? Ну, нет. Нет, действительно. Потому что единственная его победа, это была над какой-то там Кремонезе, что ли, или еще кем-то. И то в кубке. Можем даже восстановить. Поэтому ты сильно не впечатлил. Тебя трехкратный чемпион Сербии как тренера, да? Помнишь, я еще так помпезно его представлял, что Станкович это не просто там хороший футболист, который... Ну, я тоже умею помпезно представлять, типа, всяких паладины и всяких... Ага. Так вот, Аскали победил Станкович в Кубке Италии. А, ну еще Кремонеза победил. И все. Я что-то рассчитывал, что будет у него получше. Арнаутович, мы про него забыли на несколько туров. А в матче с Сассоло, который Болонья выиграла 3-0, Арнаутович забивает очередной гол. Причем сделал это достаточно круто, достаточно эффектно так. Обыграл голкипера, но на самом платочке разобрался. Молодец. Австрийский футболист, которую мы вскоре, скорее всего, увидим вот буквально в воскресенье, когда Италия будет играть с Австрией, и забивает 8-й гол, уходит на перерыв на втором месте, вот как раз-таки после великолепного Осимена. Болонья, Сассуоло, легчайшая победа хозяев поля, гол, очередной гол Арнаутовича. Монца 3-0 побеждает Салернитану, да, были сомнения. Были сомнения по поводу этого матча у многих, в том числе и у меня. Я все-таки, блядь, так с уважением, знаешь, отношусь к Салернитане, а тут Монца 3-0. И причем вполне заслуженно, даже по статистике, посмотри, 7-0 ударов. Это что, дружеский матч был или что? Монца Салернитана? Да. Как, а чего они должны быть дружескими? А чего дружеские? Где они играли? В Монце 15-й тур серии А. А, да. А, прошу прощения. Да, хорошо, давай, пожалуй, этот выпуск я закончу уже один. Так вот, отмечаем момент, что Монце не просто там победила кого-то что-то, а достаточно заслуженно закрепляется ближе к середине турнирной таблицы. За это мы рады. Специя побеждает. Также и тут хотелось бы отметить, в принципе, такого нападающего, как Нзола. Нередко он появляется на титрах, нередко мы о нем вспоминаем, но никогда не проговаривали вслух. И вот в 15-м туре его, именно его дубль принес победу в матче с Вероной. В принципе, тот же факт, сука, отмечаем, что и Верона должна находиться выше, чем 20-е место. Тоже обидненько. Пару слов о Нзола. Это ангольский нападающий, который уже несколько лет выступает за Специю, выступает достаточно неплохо. И для какого-то ангольского футболиста вот 7-й гол он забивает. Тоже ближе к лидирующим позициям. Отмечаем.
этого игрока. Эмполи Кремонезе тут просто 2-0, и тут я даже, блядь, не знаю, за что и зацепиться. Турнирная таблица. Наполи с большим отрывом, целых 8 очков, идет на первом месте. Дальше идет группа команд, которая, скорее всего, будет бороться за место в Лиге Чемпионов. Милан, Ювентус, Лацио, Интер. Между ними 3 балла. И скромненькие Аталанта до Рома, к сожалению. Ну, очевидно, что все еще впереди, но что-то не особо то и впечатляет. Что касается подвала, то тут уже сформировалась вот эта тройка. Кремонезе, Сампдория, Верона, которые из тура в тур огорчают своих болельщиков. Единственный момент, отметим, что Кремонезе, в отличие от своих конкурентов, вообще ни разу не победила, блядь, 7 набранных очков и 7 ничьих. А до ближайшего спасительного 13-го места от Специи Кремонезе целых 6 баллов. Вот такая вот неожиданная у нас неожиданный подвал. Вот если за Кремонезе я предполагал, что они донари и ничего у них не получится, то Сампдория и Верона на 19-20 месте видеть очень даже и очень непривычно.